Всем привет, друзья, с вами снова я, Даналя. К сожалению, это и вправду не шутки. Похоже, разработчики действительно настроены на то, чтобы навсегда убрать старую модельку фьордов из Dust Stable Online. Это очень большой шок для всех нас, ведь не похоже, что фьорды были бы очень старой модельки и были бы неактуальны, особенно в зимнее время, когда Star Stable покрывается снегом. Но, к сожалению, все-таки разработчики думают своей головой, а не нашими, поэтому они решили, что будет лучше их убрать. Хотя по мне так это очень странное решение. Они бы лучше, наверное, убрали старых фризов или старых паней, потому что по мне фьорды выглядят намного лучше, чем те старые модельки. Или же они могли бы просто убрать старые модельки Морганов, то бишь началок. Но они решили почему-то убрать фьордов. Чтобы не наезжать на разрабов с каньона вниз, я решила порассуждать на эту тему. Почему? Разработчики четко написали в статье, что кельты уходят вместе с фьордами. Вы не подумали, зачем они уходят? Разрабы не написали, что они просто убирают лошади. Они написали, что кельты уходят вместе с фьордами. Значит, должна быть причина. Надпись о том, что в ДСД происходит что-то странное, ни о чем нам не говорит. Так вот, побегав по ДСД, я выявила несколько таких факторов, которые могли бы нам указывать на то, почему кельты уходят. И, кстати, по поводу модельки фьордов. Можно подумать, кстати, что они не старые. Но выглядят они симпатично, они пухленькие, такие расцветки приятные. Каждый найдет себе хорошую расцветку. Да, так можно подумать. Ребята, посмотрите, я нашла на сайте Star Stable запись о том, когда появились фьорды. Это 2015 год. Ребята, им уже как 3 года. Да, это в принципе немного, но если судить по Star Stable, то, наверное, да, это можно считать уже очень даже старой моделькой, к сожалению. Ребят, 2015 год, 3 года им. То есть, если бы они были же ребятами и 3 года, они выросли, их бы можно было бы уже объезжать. Ну ладно, пропустим это. В общем, им 3 года, они считаются уже старыми. Почему же все-таки уходит кельт? Вернемся к этому вопросу. На этих скриншотах видно, что в ДСД появилось слишком много трещин на воде. Серьезно, я редко бегала в ДСД, потому что эта локация такая холодная, замерзшая, сюда никогда не хотелось. Только ради раскопок и ради того, чтобы открыть фьорды. Но я помню, что мы очень редко прыгали с друзьями. А в этот раз, когда я заехала в ДСД, я столько прыжков никогда не совершала через эти трещины. Вы просто посмотрите, сколько открытой воды. Такого не было. Какой же у нас идет вывод? Вывод, что походу ДСД тает. И это, как обычно, в Star Stable происходит не просто так, а из-за чего-то паранормального, поэтому кельты уходят. И да, я вот лично еще и не помню вот эти гигантские ледяные столбы. Я их тоже не помню. Но трещины, я точно помню, что их не было. И вот эти гигантские открытые воды, их тоже не было. Но вообще, самое первое, что по идее должно бы ко мне прийти на ум, это то, что в ДСД стало слишком светло. Со мной согласились многие. Особенно мои друзья, с которыми я играю, общаюсь. Я им когда сказала: ребята, вы не чувствуете, что как-то в ДСД стало слишком светло? И они сказали: да, слушай, почему так светло стало? Вот так, вот это нас уже насторожило. То, что лед раскололся, слишком много воды, это не. А вот то, что в ДСД стало светлеть, это уже паранормальность. В особенности паранормальность. Нас это вот уже озадачило. Мы начали реально уже бегать, думать, что, где и как. Вначале я, как всегда, подумала, что это какой-нибудь глюк, лаг. Не знаю, зависание какое-нибудь. Нажала на фотоаппарат, чтобы его как бы открыть. Закрыла фотик, все так же светло. Перезахожу, все так же светло. Решила попробовать сделать на фотоаппарате ночь.
в ДСД, потому что вот чаще всего я в ДСД появлялась с подругой в вечернее время, поэтому эту картину я точно помню. И вместо того, чтобы ужаснуться, ну, мы ходили кататься в ДСД, потому что страшно, потому что круто, страшненько, особенно музыка где-нибудь такая начинается, очень подозрительно, еще больше начинаешь беситься. В общем, я сделала ночь, и было очень красиво и светло. Знаете, вот когда чистое небо вообще без облаков в реальной жизни, и светит полная луна, причем светит таким вот серебристым светом. Вот это я и увидела на скриншоте, точнее в редакторе фотоаппарата. Вот тогда я уже точно поняла, что так, последний эксперимент, это нужно приехать сюда в темное время суток. Мы приехали сюда в темное время суток, и было очень красиво. В том лесу, который всегда такой самый ледяной, замерзший, в котором вот стоит как раз ледяное дерево, там всегда было очень темно, жутко и страшно порой. Особенно, когда если кто-то в это же темное время пробегает на белом коне вдалеке. Это еще более страшнее. Но сейчас в ДСД светло, и это не глюк, и не лаг, и не подвисание. А если еще вспомнить фотографии, которые мы можем найти в интернете о том, что разрабы уже добавили на карту тропинку в новую локацию, которая находится, если я ничего не путаю, между Дундалом, между Мистфоллом и ДСД, вон там локация закрыта, то в ДСД уже есть тропинка в скалах к этой локации. Только по ней пока что пройти не получается. Но ее видно, то есть там такая расщелина в скалах, и там уже трава зеленая. То есть грядут такие обновления. Но все-таки, почему же не поместить фьордов на рынок? Это да. Опять же, куча возмущений по этому поводу, что ну, сделайте вы их на рынок, что вам сложно. Я же написала разработчикам, не знаю, зачем я это сделала, ответ все равно получила такой же, как, наверное, получают все от разрабов, если они им вообще отвечают по поводу вот этих возмущений. Я им написала, что зачем вам убирать фьордов этих старых насовсем, оставьте хотя бы так, чтобы их можно было покупать раз в год. Вот, к примеру, допустим, в ДСД потепление, все вокруг растает. Сделайте так, чтобы кельты могли приезжать к нам зимой, то есть где-то под Новый год, с фьордами куда-нибудь. Ну, типа, весь же Юрвик покрывается снегом, почему бы им не приехать? Или там, вот, допустим, в той же деревушке Санта-Клаус пусть стоят. Что, хороший повод весь год накопить себе на фьордика. Это очень полезненько было. Копить так. Но потом я задумалась, хорошо, со старыми фьордами, допустим, мы вопрос решили, к примеру, что они будут приезжать к нам раз в год зимой, чтобы можно было их купить. А куда поставят новых фьордов, если ДСД, допустим, растает? Тупичок, не сходится. Есть другой вариант. В ДСД что-то происходит. Как всегда, сверхъестественное, опять же говорю об этом. Кельты с фьордами уходят. Мы с помощью квестов и заданий восстанавливаем чего-то там, какое-нибудь равновесие. ДСД опять замерзает, кельты возвращаются, но уже с новыми фьордами. И вот в этом случае со старыми фьордами и вправду придется распрощаться. Вот это самая, по мне, так очень близкая версия к тому, что на самом деле происходит. Ну, это как бы лишь мои предположения, мысли, выводы и наблюдения. Вы же можете сами строить свои версии. Или просто не думайте об этом и возмущаться на то, что почему их убирают, оставьте и ныть об этом во весь интернет, во всех в этих фанатских обсуждениях и во всех группах. Пишите. Я же просто попыталась преподнести самую нормальную версию и подходящую, которая бы хотя бы могла бы частично ответить на ваш вопрос, почему их убирают насовсем. Так что не кидаться в меня тапками, я имею право на свое мнение, потому что мне тоже нравятся очень эти лошадки. Я пока что не могу себе позволить купить хотя бы даже одного фьорда. Мне буквально
не хватит несколько десяточков СК, чтобы купить фьорда за 3 дня до его... Нет, за 4-5 дней до его исчезновения, скажем так. То есть у меня сейчас там 500 СК. В последнюю субботу перед обновлением у меня будет 700 с чем-то СК. Но вот этих с чем-то все равно мало, чтобы купить хотя бы одного из этих милых фьордиков. И если честно, я сидела в Ютубе, я посмотрела модельки. Сейчас вообще все в ССО бегают на фьордах, и это понятно. Вот. Но я все-таки, наверное, может быть, куплю. Некоторые говорят, зачем ты хочешь покупать старого, если все равно выпустят нового. Ну как, почему? Наверное, потому что это не самая страшная старая моделька. Наверное, потому что они мне нравятся. И, наверное, потому что они очень милые на самом деле. Ну, в общем, все. Пообсуждали на эту тему. Надо закругляться. Спасибо за просмотр. Заботьтесь о своих лошадках. Не забывайте их чистить, тренировать и угощать морковкой. А мы же посмотрим за последние эти несколько недель, которые остались нашим хорошеньким фьордом. И будем надеяться, что, может быть, их все-таки уберут не навсегда. Всем пока!